познание. Кто мне скажет? Пожалуйста. Познание — это то, что дает человеку узнавать новое о жизни, о мире в целом. Прекрасно. Еще кто подскажет? Еще кто скажет? Пожалуйста. Ну, ответ. Ну, что такое познание, по-вашему? Ставьте ответ. Познание — это познавать что-то новое, ну, да, узнавать об этом. Хорошо. Учить об этом. Учить об этом. Пожалуйста. Что такое познание? Познаешь что-то для себя. Познаешь что-то для себя, в первую очередь. Хорошо, ребята, молодцы. А сейчас, пожалуйста, расслабьтесь. Опустите ручки, ноги. Мы с вами сейчас минутку релаксации. Наша концентрация на себе. Прикройте глаза и послушайте. Представьте, что солнечный свет проникает в вашу голову и опускается в середину груди. В середине груди находится бутон цветка, и под лучами света бутон медленно распускается. Лепесток за лепестком в вашем сердце расцветает прекрасный цветок, свежий и чистый, омывая каждую мысль, каждое чувство, эмоцию и желание. Представьте, что свет начинает все более и более распространяться по вашему телу. Он становится сильнее и ярче. Мысленно опустите свет вниз по рукам. Ваши руки наполняются светом и освещаются. Руки будут совершать только добрые, хорошие действия и будут помогать всем. Свет опускается вниз по ногам. Ноги наполняются светом и освещаются. Ноги будут вести меня только к хорошим местам для совершения добрых и красивых дел. Они станут инструментами света и тепла. Далее свет поднимается к вашему рту, к языку. Язык будет говорить только правду и только хорошее, добрые слова. Направьте свет к ушам, и уши будут слушать хорошие слова, прекрасные звуки. Свет достигает глаз. Глаза будут смотреть только на хорошее и видеть во всем хорошее. Вся ваша голова наполнилась светом, и в вашей голове только добрые, светлые мысли. Свет становится все интенсивнее и ярче, и выходит за пределы вашего тела, распространяясь расширяющими кругами. Направьте свет всем вашим родным, учителям, друзьям, знакомым. Пошлите свет тем, с кем у вас временные небольшие конфликты. Пусть свет наполнит их сердца. Пусть этот свет распространится на весь мир, на всех людей, животных, на растения, на все живое, повсюду. Посылайте свет во все уголки Вселенной. Мысленно скажите: я в свете, свет внутри меня. Я есть свет. Побудьте еще немного в этом состоянии света, любви и покоя. Теперь поместите этот свет в ваше сердце. Вся Вселенная, наполненная светом, находится в вашем сердце. Послушайте цитату нашего урока. Лучшая защита от негатива – это в первую очередь позитив в душе и отношение к миру вокруг тебя. Как сорняки не растут на ухоженном саду, на ухоженной клумбе, так и в своей душе поддерживаются чистоту и порядок. Посей там семена любви. Пройдет совсем немного времени, и эти семена любви, которые вы посеяли, взрастут прекрасными, красивыми цветами.
Скажите, пожалуйста, как вы понимаете эту цитату? Кто расскажет? Кто скажет? Пожалуйста. То, что сделав добрые дела, то, что сделав добрые дела, ты обретешь спокойствие и свободу. Хорошо. Еще кто? Вика? То, что нужно помогать и делать добро другим. Хорошо, конечно. Если ты будешь помогать добро делать другим, то тебе будет все возвращаться вдвойне и втройне. Да? Пожалуйста, еще кто? Общение с людьми. Общение с людьми. Каким должно быть общение с людьми? Открытым, доброжелательным, да? Очень хорошо. Присаживайтесь. А теперь вот такой вопрос. Согласны ли вы с утверждением, что лучшая защита от негатива – это позитив в душе? Да. Да, конечно. Так, кто еще? Конечно, да? Если позитив в душе будет, то негатив, плохое настроение уйдет. А бывает, что с утра кто-то, ну, может быть, кто-то из родителей поругал, да, испортилось настроение или еще что-то. А ты вот смотрел на солнце, уже вот яркие весенние дни начинаются, да, солнце светит, уже не так холодно, ну и настроение, все пройдет. То есть, если хорошее настроение у тебя, то негатив всегда уйдет на другую сторону. Естественно, ребята, различие между интеллектуальным и нравственно-духовным образованием есть, и оно всегда было и будет. Ну, если сравнить ученого, если сравнить пастуха, который пасет скот в дальних горных регионах, да, то всегда можно что посмотреть, на что посмотреть, что можно увидеть. Есть ли разница между ними? Да. Да, есть, да? Ответ снова скажи, пожалуйста. Ну, есть разница, Ангелина? Разница в том, что ученого, можно сказать, то, что он более развит в каких-либо сферах. Да. И у него больше идет интеллектуальное образование для ума. Да. А пастух, он, получается, ходит по горам, по степям, и у него более нравственное духовное образование для сердца. Да, он больше сердцем чувствует природу, да, спасибо. Он чувствует пастух, радуется солнцу, очень радуется, когда выпадает очень много снега, потому что если будет выпадет зимой много-много снега, то весной уже будет обильная трава будет, да, то есть скот будет наедаться и так далее. И пастух уже своим сердцем, своей душой чувствует и знает некоторые такие моменты, когда знает, что любое время года, оно всегда прекрасно. Конечно, ребята, интеллектуальное образование, оно в первую очередь необходимо, чтобы ориентироваться в современной жизни, успешно реализоваться в социуме, быть учеными, быть грамотными, быть в первую очередь, уметь реализовать себя. Если ты не будешь и обучаться, не будешь интеллектуально грамотным, очень сложно будет развиваться в социуме, да? А духовно-нравственное образование необходимо, чтобы познать себя самого, услышать свое сердце, понять сокровенные желания души, укрепить свой дух и познать истинное счастье. Многие люди, чтобы познать себя, посещают церковь или посещают мечеть. Люди некоторые реализуют себя в каком-то хобби. То есть то, что им совмещает обязательно интеллектуальное и совмещает нравственно-духовное. В чем их различие? Верно. Интеллектуальное образование необходимо, чтобы ориентироваться в современной жизни, успешно реализовываться в социуме. Нравственно-духовное образование необходимо, чтобы познать себя, услышать свое сердце, понять самые сокровенные желания своей души, укрепить свой дух и обрести истинное счастье. Интеллектуальное образование поможет обеспечить нас средствами для жизни, а нравственно-духовное поможет обрести смысл и цели жизни. Интеллектуальное образование касается внешнего мира,
Поэтому его содержание и природа будут меняться с течением времени. Но ценности, присущие сердцу, они вечны. Как бы ни менялся мир с ростом скоростей и технологий, люди по-прежнему хотят любить и быть любимыми. Шарль. А сейчас, ребята, послушайте вот такой рассказ. Путь к познанию. Важный господин вошел в класс и познакомился с учителем. Учитель поклонился в ответ. «Вы не узнаете меня, учитель?» – спросил господин, снимая шляпу. «Мой самый озорной ученик!» – сплеснул руками учитель. «Не понимаю, как вы терпели мои выходки?» – улыбнулся важный господин. «Я любил тебя за пытливый и любознательный ум. Кто бы мог подумать, что ты так изменишься?» – ответил учитель. «Да, я изменился, стал ученым и совершил много открытий. Всегда я помнил ваши слова. К познанию нет близкой дороги. И упорно шел вперед. Удостойте нас чести. Расскажите ученикам о ваших достижениях», – попросил учитель. Важный господин долго рассказывал ученикам о своих достижениях, о своих открытиях, а потом предложил задавать вопросы. «Эх, тяжело столько учиться!» – выкрикнул кто-то с места. «Тяжел подъем, но с вершины знаний виден весь мир. Теперь я достиг вершины и наслаждаюсь пройденным путем. Наш учитель говорит, знания, которые не пополняются ежедневно, убывают с каждым днем», – тихо заметила одна девочка. Господин смешался, а учитель ласково ответил. «Главное, дети, запомните, дорога к знанию, она бесконечна. Одни идут по ней всю жизнь, другие проходят лишь часть пути, но она не оборвется, пока люди идут вперед. Спасибо за новый урок, учитель», – сказал важный господин на прощание. Впрочем, он уже не выглядел таким важным и довольным собой. Пожалуйста, ответьте на вопросы. Почему в этом рассказе говорится о том, что этот господин важный? Потому что он сделал много открытий. Да. И он чувствовал себя таким важным, да? Хорошо. Еще. Ну. Лена, Тоня. Девочки, Вика. Ну, почему он был таким важным? Почему про него говорят, что он такой важный? Почему? Потому что он был знаменитым, известным ученым. Правильно, он был и уже стал знаменитым и известным ученым. И он чувствовал важность своего существования, да, что он уже выполнил какие-то свои открытия и важность в жизни многих людей, да, и в социуме, будем так говорить. А почему он всегда помнил о том, что говорил ему учитель? Что говорил? Чтобы достичь какой-либо цели, так. Он каждый раз вспоминал слова своего учителя. Каждый раз вспоминал слова своего учителя. Какие это были слова? То, что труд, то, что мечта не удается так легко. Что обязательно нужно идти к своей цели. Да? Хорошо, ребята. А сейчас послушайте стихи Сергея Евтушенко, который говорил о том. Уронит ли ветер сережку ольховую? Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать? Задумаюсь вновь, и как нанятый жизнь истолковываю, и вновь прихожу к невозможности истолковать. Сережка ольховая легкая, пуховая, но сдуешь ее, все окажется в мире не так. И видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда в ней ничто не похоже на просто пустяк. Сережка ольховая выше пророчества, тот станет другим, кто тихонько ее разломил. Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется, когда изменяемся мы, изменяется мир. Сережка ольховая, легкая, будто пуховая, но сдунешь ее, все окажется в мире не так. И, видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда в ней ничто не похоже на просто пустяк. Будь
будущем у вас впереди очень большая, красивая, яркая жизнь. Но жизнь, она не всегда бывает только яркой, как написано в книжках, как мы смотрим в фильмах, да? Поэтому мы всегда должны быть готовы к тому, чтобы проводить и быть готовым к тому, чтобы реализовывать свою жизнь в социуме, да? Мы должны быть готовы к тому, что каждый из нас может выдержать разные различные испытания. А что для этого нужно? Для этого нужно постоянно достигать своих целей. Что? Трудиться. Да, трудиться, хорошо. Достигать своих целей. Достигать своих целей. В первую очередь нужно поставить себе цель, да? И, конечно же, ее нужно достигать. Идти к ней неправильным путем, да? Идти, идти. А вот, ребята, сегодня мы еще с вами поработаем много над самостоятельной работой, а сейчас я предлагаю вам провести небольшой тренинг. Давайте мы с вами выйдем, создадим клуб. Сегодня я хочу предложить вам очередную игру тренинг на командообразование. То есть, кто чем увлекает и кто что любит. То есть задание такое. Вы говорите о своем увлечении и поднимаете, и протягиваете ладонь. Кто с этим согласен, кто эти увлечения тоже как бы поддерживает, да, подходит и протягивает ладонь. И так по цепочке каждый следующий. Пожалуйста, ну-ка. Я люблю играть в теннис. Так, Лена. Я люблю смотреть сериалы. Хорошо. Я люблю играть в видеоигры. О! Я люблю кошек. О, классно так. Лиза, я люблю слушать музыку. Что? Люблю слушать музыку. Люблю слушать музыку. Я люблю все, что связано с фотографиями. Так, хорошо. Что? Я люблю рисовать. Ага. Дальше. Я люблю рисовать такой язык. Так, ну хорошо. Любой. Не знаю, что сказать. Я люблю вкусняшки, например. Ну, что угодно. Сладости, напитки, что угодно. Что для... Ты любишь рисовать, я знаю. Компьютерные рисования, да? Или такое. Контурное рисование. Вот, рисовать так. Кто поддержит? Что рисовать? Я бы поддержала. Арты, да? Да. Я люблю шоколад. Классно. Ой, я тоже люблю шоколад. Я люблю гулять. Вика любит гулять. Тоня. Парни. Кто? Люблю петь. Любишь петь, да. Кто? Караоке кто любит? Ну-ка. Ой, ну я люблю караоке. Я люблю жизнь. Давайте. Скорее, скорее. Что я сделаю? Это тестирование. Так. То. Проходите. Следующий. Скорее. В это тестирование, да? Правильно? Ты любишь футбол. Любишь футбол. Вот, видите, сразу. А теперь посмотрите. А теперь давайте все возьмемся за руки, да? Посмотрите, ребята, сколько у нас разных увлечений, которые нас сплачивают. Правда? Прижмем друг другу ладошку. И давайте мы с вами сюда. Мы вместе. Мы группа. У нас очень много различных увлечений. Каждый по чуть-чуть. И получается команда. Мы лучшие? Да. Правильно, классно. Спасибо. А сейчас я хочу вам предложить еще один небольшой тренинг. Каждый из вас, у нас четное количество, да? 14 человек как раз. Каждый из нас выбирает себе пару и повернется к нему лицом. Друг другу. Так. Хорошо. Давай. Да. Повернулись друг на друга. Сейчас
Сейчас вам будет такое задание. Когда я посчитаю на счет, вы должны будете отвернуться друг от друга, сначала внимательно друг на друга посмотреть, затем по команде вы должны отвернуться, за несколько секунд изменить в себе, в своей внешности. Пусть это будет волосы, голова, одежда. Четыре действия, четыре предмета вы должны изменить в себе. Это, ну, например, рука подвернуть, там, кроссовки развязать или еще что-то. А потом, когда я говорю старт, вы должны повернуться друг к другу и угадать. А теперь внимательно, понятно? Вопросы есть? Нет. Так, давайте мы чуть-чуть вот так подальше отойдемся, чтобы там девочки. Ребята, там мальчики, подвинься чуть-чуть. Теперь посмотрите внимательно друг на друга. На счет три отворачиваемся. И сейчас внимательно смотрим друг на друга. На счет три отворачиваемся. Пока я буду считать некоторое количество, вы должны будете изменить в себе. Но подглядывать нельзя, нечестно. Приготовились. Один, два, три. Вернулись. Так. Пока я буду считать до восьми, вы должны изменить что-то в себе. Один, два, три, четыре, пять. Шесть, четыре, семь, восемь. Повернулись друг на друга. Так, тихо. И начинаем. Так, давай. Что изменилось у вас? Он должен угадать. Так. Пуговица, раз, рука, два, еще что? Четыре. Так, хорошо. Правильно? Правильно? Так, что изменилось? Ну, числей. Рука расстегнула, один, два, два рукава еще. Так, рубашку чуть-чуть, футболка видна стала, что не было видно сейчас. Так, два. Только два? Нет, еще три. Ну, ищи что-то. Ищи скорее, ищи что-то. Ну, давай скорее быстрее. Рубашку вытянул, да? Хорошо. Хорошо. Так, заправлена была рубашка. Хорошо. Так, вот здесь. Что изменилось у вас? Расстегнул вот здесь вот пуговицу. Расстегнул пуговицу. Второе, манжеты. Да. И расстегнул, развязал шнурки. Так, развязал шнурки и все. Волосы, может, когда чуть поправил. А, поправил челку свою, да? Хорошо. Да. Правильно? Да. Правильно, хорошо. Теперь что у него изменилось? Смотри. Дал крестик, очки одел. Так. Здесь шнурки развязал. А, нет, расстегнул его здесь. Правильно? Да. Классно. Внимательно. Ну да. Так, девушки, что у вас? Что у Лены изменилось? Лена сняла кофту. Цепочку. Так. Кеды развязала. И четвертое. Собрала хвост. Да? Правильно? Да, правильно. Что изменилось? Так, пуговицу не на рубашке. Так. Она убрала волосы. За уши. Так, два. Она развязала кеды. И незачем. Ага, вот, правильно? Три. Классно, правильно? Очень внимательная Лена, смотрите, какая внимательная. Вроде... Так, что тут у девушек изменилось? Она волосы назад собрала. Волосы собрала назад, да. Воротник спрятала. Ага, воротник, ой, как воротник вообще шикарно спрятала. Ремень расстегнула и подняла брючину, да? Классно, правильно? Да. Правильно? Молодец, очень внимательно делала. Давай, что изменилось? Она развязала шнурок. Развязала шнурок на обуви. Шнурок на обуви. Волосы. Волосы собрала.
И рука подтянула. Хорошо, очень хорошо. Что изменилось здесь у парней? Внимательно, молодцы. Застегнул. Застегнул воротник. Потом вот это поднял. Рукавик. Три. Поднял. И... Хорошо, правильно? Еще я поменял местами. Поменял местами браслет. Да, так. Что у атлета изменилось? Вроде я вот даже и не могу сказать, что же у атлета. Застегнул пуговицы. Так, расстегнул пуговицы на пиджаке. Застегнул, так. Волос поменял. Пирсинг. Пирсинг одел. Пирсинг одел, так. Перевернул, так. Все, дальше. Два, три. А туда у тебя? Нет, нет, там на ногах ничего не изменилось. Вроде бы ничего, все, нет? Так, еще было что? Он снял с тебя. Вот. Поэтому, ребят, неплохо, но будьте внимательны. Что у нас тут у Тони? Прическа на бок встала. На другой бок, да? Она сняла пирсинг. Угу. Рубашку застегнула. И цепочки перевернула. Так, цепочки перевернула. Дальше, да, туда? Правильно? Угу. Хорошо, молодец, очень внимательно. Что изменилось? Она расстегнула обувь. Так. Она расстегнула ремень. Так, выправила, да, его? Да. Класс. То у нее была застегнута рубашка. Еще. Сережки сняла. Сережки сняла? Да. Ну, вообще, я вот про сережки даже не заметила. Я сразу ушла. Классно, молодец, очень хорошо, очень внимательный. И что у нас в Регистоне? Вернула рукав и забрала рубашку. Так, подвернула рукав и? Расстегнула. Расстегнула рубашку. Так, что еще? Все. Все? Да. Правильно? Да. Так, что изменилось в Тоне? И Настя. Настя. Она подняла два рукава и изменила прическу. И очень красиво прям вообще, открытое лицо. И Настя сняла свою маску. Очень красиво. Спасибо, ребята. Вот видите, вот это упражнение, оно заставляет людей быть внимательнее. Замечать многие мелочи в жизни, которые... Порой как бы вот ежедневные, да? Вот мы, я же говорю, мы каждый день ходим в одной и той же, может быть, форме, в одной и той же одежде. Но некоторые элементы нужно замечать. Это развивает что? Мышление, внимательность, память, да? Все психические функции развивает. И в то же время это дает людям развиваться интеллектуально и духовно, нравственно. Спасибо, ребята. Присаживайтесь. Мы неплохо с вами позанимались, а сейчас откройте свои тетради и примите за самостоятельную работу. Запишите, пожалуйста, какие вы знаете разговорки, пословицы, цитаты о том, что такое интеллектуальное образование и что такое духовно-нравственное образование. Пожалуйста, приступайте к работе.